Здравствуйте, с вами Милана Смицкая. Сегодня рассмотрим вот такой новый симпатичный узор. Смотрите, очень интересный узор придумался мне в процессе вязания. Прекрасно подойдет этот узор для вязания шапок объемных, пуловеров, кардиганов. Смотрите, так узор смотрится с лицевой стороны, вот так с изнаночной. Тоже необычно. На этот узор мы набираем такое количество петель, чтобы было кратно 3 плюс 1 петля для асимметрии плюс 2 кромочные. Прежде чем мы приступим к вязанию, мы свяжем нулевой базовый ряд изнаночными петлями, и по лицевым петлям мы начнем вязать основной узор. Я не буду провязывать, вы для себя провяжете. То есть наберете нужное количество петель, провяжете изнаночными петлями и по лицевым петлям приступим к вязанию. Кромочную снимаем, после кромочной делаем накид, и следующую петлю мы снимаем, не провязывая нить за работой. И смотрите, две петли у нас идут, мы вяжем вторую петлю лицевой, затем первую петлю лицевой, вот таким образом, и так повторяем, чередуя до конца ряда. Накид, петлю сняли, не провязывая нить за работой, вяжем вторую лицевой, затем первую, и повтор. То есть и так вяжем столько, сколько нужно. Далее второй ряд. Кромочную снимаем, и после кромочной у нас идут петля снятая и накид. Мы вяжем их две вместе лицевой за заднюю стенку. Далее у нас идут две изнаночные петли. Мы вяжем вторую изнаночной, а затем первую. И повторяем. Снятую петлю и накид вяжем 2 вместе лицевой за заднюю стенку, а следующие две петли вяжем так, вторую изнаночной, затем первую изнаночной, и так вяжем до конца ряда. И в конце перед кромочной 2 вместе лицевой за заднюю стенку и кромочная. Вот так, такой узор, очень интересный, эффектный. Смотрите, вяжите с удовольствием. Благодарю за внимание.